Социальная компания «Маленький пассажир. Большая ответственность» стартовала в Московской области. До 12 апреля сотрудники ГИБДД проведут серию профилактических мероприятий, направленных на снижение детского дорожного травматизма. Социальный раунд стартовал в общеобразовательных учреждениях. В школе номер 7 прошел открытый урок по безопасности дорожного движения. Ученикам младших классов и воспитанникам ближайших детских садов напомнили о правилах перехода проезжей части, а также рассказали о пользе детских автокресел и световозвращающих элементов. К сожалению, на сегодняшний день на территории обслуживания отдела ГИБДД МВД России Люберецкая наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Поэтому проводится ряд профилактических мероприятий, направленные именно на стабилизацию и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание инспекторы уделят вопросам безопасности детей и пешеходов. В этом году на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД уже двое несовершеннолетних оказались под колесами авто. Кроме общеобразовательных учреждений, профилактические беседы пройдут в автошколах и местах массового скопления людей. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.